В Махачкале состоялась акция Общероссийского народного фронта «Парад семьи», посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В праздничном чествии приняли участие многодетные семьи, супружеские пары со стажем, молодые супруги и будущие родители. Парад прошел в рамках республиканского праздника семейного художественного творчества. Участки акции «Парад семьи» прошли от Кумыкского музыкально-драматического театра по Родопскому бульвару к бульвару имени Сулеймана Стальского до Аварского музыкально-драматического театра. Акция продолжилась концертом, на котором выступали семейные коллективы со всей республики. Россию делает великая крепкая семья, и мы видим, как этот день приобретает все большую популярность. И дагестанцы должны праздновать этот день, потому что именно мы показываем, какие должны быть традиции уважения к старшим матерям, говорит, выступая перед гостями, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Джамбулат Магомедов. Я счастлив, что сегодня здесь молодые семьи, много молодежи, много детей. И что сегодня наши старшие, старики, мудрость Дагестана, сегодня вместе с нами, и они участвуют и принимают активное участие в этом празднике. Я всех поздравляю, все семьи Дагестана, все, кто уважает старших, все, кто чтит традиции наших старших, кто сохраняет семью, кто еще не имеет семьи, но обязательно... Я думаю, что в жизни он сделает судьбоносный шаг и женится. С этим праздником всех Дагестан, всех россиян. В ходе праздника прошло чествование супружеских пар со стажем и многодетных семей. Заместитель министра труда и социального развития республики Мурат Казиев вручил им грамоты. Молодежка ОНФ провела для детей мастер-класс по созданию семейного древа. Участникам рассказали, что представляет из себя генеалогическое древо и в каком порядке располагают родственников. Впервые в Махачкале провести парад семьи Общероссийский народный фронт предложил в 2018 году. Напомним, что задача укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народа Российской Федерации поставил в указе о национальных целях до 2024 года президент России, лидер ОНФ Владимир Путин.